Здравствуйте, друзья, доброе утро. Утро еще и раннее. Сегодня мы где-то приближаемся к 7 часам утра. И подплываем мы к острову, который называется Доминик. Ничего общего с Доминиканской республикой не имеет. Отдельный такой островок, на котором есть масса всего, что можно посмотреть. Тут и Рейнфорест, тут и водопад, значит, потрясающий. Ну, в общем, много чего. Есть, правда, вот такая информация, что где-то тут в июне, что ли, там был хоррикейн, и повредили дороги там и так далее. То есть большие проблемы были на острове. Вот. Но мы пойдем сегодня на экскурсию. У нас скоро начнется экскурсия. Я там поснимаю и вам тоже расскажу, как, что, чего. Сейчас уже 9 утра. Вот наш лайнер. И вот тут такая деревянная, не знаю даже как назвать, поверхность. Вот. И мы движемся в город. Вот местная торговля, островная. Вот такой маленький рыночек. Здесь собираются экскурсии, вот уже наша там замечается. И тут же, вот, пожалуйста, друзья, нам машут ручкой, но они не только ручкой, они могут еще и по-русски сказать. Можно по-русски тоже. Да. Вы живете во Франкфурте, правильно говорю? Вот. А жили в Вильнюсе? В Вильнюсе. Все, тогда вот поприветствуем тех, кто в Германии, тех, кто в Литве, и вообще всех поприветствуем. Всем привет. Вот и первая остановка на нашем туре. Мы проехали минут 15, наверное. Во время движения снимать очень сложно. Так, мы сидим. С одной стороны окошечко, с другой стороны оно очень грязное, с третьей стороны трясет. Вот так. Поэтому я снимать буду в основном на стоянках. Вот наш автобусик. И хороший вид должен быть на горы. Это столица острова, город Руссо. И тут вот смотровая площадка. У нас бы ее назвали в Калифорнии Vista Point. Вот, смотрите, вот наше судно. И вот город. Вот, друзья, приобрел из местного ассортимента. Я думаю, это войдет в музей нашего канала, и мы будем иногда, значит, пользоваться. А вы первые, кто видит меня в этом вот прикиде. Одна из достопримечательностей острова – это ботанический сад. Вот вы видите так называемое Sausage Tree, дерево сосисочное. Так вот, здесь 2 метра в год осадка. Больше дали. 88 инчей. Они сказали, надо умножить, я просто в голове сложно. На ходу тут. Вот это деревце известное. На Гавайях такие растут. Это называется баньян 3. Есть нетворки такие, если кто интересуется или там увлекался. Тут что-то такое по поводу инвайромента и гадостей, которые человечество причиняет природе. 79-м году хоррикейн был громадный, и тут было много разрушений. Вообще хоррикейны их периодически беспокоят, и, в общем, чудовищные разрушения могут приносить. И, кстати, друзья, если кто-нибудь слышал про дерево баобаб, может быть, из песни, знаешь как? Это да, но это из песни, что я там как баобаб еще не ослаб, там как я дословно не помню. Вот это он. Да, такое стрючковое деревце. Вопрос там задали из группы, говорят, а обезьянки у вас есть? Она говорит, был момент, когда нужно было сделать выбор, или бананы, или обезьянки.
и то, и другое не получалось. Выбрали бананы. Какая прелесть, а? Смотрите. Здесь вообще прекрасно дышится, знаете, совершенно влаги никакой не ощущается. Очень, очень приятно. У них, правда, сейчас сухой сезон у них, влажный сезон летом. Yeah. What do they call it? They look like a fruit. Does anyone know what these are? It's okay if you want to comment, Kasia. Как каменюка прям. Значит, эти ядра вонючие, если открыть, дай бог. Вот. А зато цветочки, вот, цветочки очень славные. Цветочки очень хорошие. И растут оно прямо от ствола, не от веток. Вот еще дерево. Издалека, может быть, похоже на баньян три, но это не оно. У него цветочек такой очаровательный. Тропики, друзья. Это, друзья, национальная птичка, символ страны. Попугайчики не разговаривают. Вот такое деревце здесь, они его называют candlestick tree. Дерево свечек. Вот такая машина, друзья. Думаешь, это местные какие-нибудь там горилла файтерс приехали. А это туристы. Такие же, как и мы, туристы. Тут какое-то тростниковое место. Я бы сказал, какая-то шатровость тут присутствует, тростниковая. Да, большой тростник. С этой стороны он так еще с наклоном туда создает как бы крышу такую. Какое интересное деревце. Наш путь лежит к водопаду, а вот здесь мы остановились. Вот, и такое вот интересное помещение. Тут все, друзья, такое влажненькое. Вот тут 57 ступенек, вот этих вот. 57 ступенек идут туда, к основанию водопада. Вот он, водопадище. Я бы не сказал, что он какой-то очень большой, но очень шумный. И знаете, вокруг все ужасно мокро. Это прям так мокрое, не знаю, все мокрое. Вот листва мокрая. Все очень-очень мокрое. Я немножко поменял позицию. Тут есть площадочка. Вот я с нее снимаю. Все такое мокренькое. Светлана говорит, а что такое мокрое все? Так я же и говорю, что rainforest. Это же не просто rain и не просто forest. А это все вместе. Да. Вы слышите, друзья, шум. Это тропический ливень. Не знаю, насколько его заметно, вот так глазом. А мы стоим вот под этой крышей. По ней здорово стучит, видите. Нам повезло, мы смотрим снаружи. Вот эти кустики, друзья, вызвали невероятное оживление у многих членов нашей группы. Вот такие как бы с каким-то сексуальным, может быть, подтекстом даже, я не знаю. Вот и пролетели 3 часа нашей экскурсии. Мы возвращаемся на наш корабль и продолжаем путешествие. Завтра у нас еще один остров.